Здравствуйте, в эфире «День города». Все самое интересное и актуальное для вас сегодня в нашем выпуске. Официальный визит бразильской делегации в Могилевскую область. Проект «Школа будущего» расширяет географию. Могилев глазами юных фотографов. За сентябрь, октябрь и ноябрь текущего года пеня за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг и пользование электроэнергией выставляться не будет. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров Беларуси от 22 ноября. Документ принят в связи с неоконченными работами по внедрению единой общереспубликанской системы оплаты расчет ЖКУ в целях защиты прав и законных интересов граждан. Согласно документу, оплату жилищно-коммунальных услуг без начисления пени за октябрь 2016 года можно произвести до 5 декабря текущего года, за ноябрь 2016 – до 5 января 2017 года. Могилевскую область с деловым визитом посетила делегация бразильского штата Сеара. Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Подробнее расскажет Вероника Дробышевская. На сегодняшний день сотрудничество Могилевской области и бразильского штата Сеара находится на начальных стадиях, и поэтому наша сторона готова к рассмотрению любых предложений в инвестиционной деятельности. Представитель Могилевского региона в лице председателя комитета экономики облсполкома Руслана Страхара рассказал о возможностях и потенциале Могилевщины, а это более 200 свободных земельных участков и недвижимость для реализации инвестиционных проектов. И во многом этому способствует самая выгодная льготная среда в стране, где созданы дополнительные условия в юго восточном регионе, которых нет ни в одной области Беларуси. В свою очередь, бразильская сторона выразила заинтересованность в создании на своей территории сборочного производства Минского тракторного завода, импорте оборудования для строительства железных дорог и нефтеперерабатывающей отрасли, которая производит предприятие Могилевщины. Кроме этого, стороны обсудили сотрудничество в области поставок в Российскую Федерацию тропических фруктов и фурнитуры для обуви через наш регион. В свою очередь, от могилевской стороны поступило предложение ознакомиться с возможностями свободной экономической зоны, где созданы все условия для сотрудничества в отрасли переработки тропических фруктов. Я уверен, что мы можем сотрудничать. Есть те товары, которые мы можем вам экспортировать, и те, которые мы можем импортировать от вас, поэтому эта встреча продолжает эту работу. Не обошли стороной и вопросы культурного сотрудничества между сторонами, что позволит лучше узнать друг друга и укрепить дружбу между народами, активизировать сотрудничество в сфере культуры, образования, спорта и туризма. В Могилеве при получении взятки задержан заведующий одной из городских поликлиник. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облсполкома. Денежные средства были получены должностным лицом от неработающего жителя областного центра за благоприятное решение вопроса о выдаче медицинской справки о состоянии здоровья без прохождения водительской комиссии. В ходе осмотра служебного кабинета оперативниками обнаружены и изъяты денежные купюры в эквиваленте более 6,5 тысяч долларов США. В отношении задержанного Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Совместное совещание представителей Минобразования, Беллегпрома, Управления образования Могилевского облсполкома и руководящих сотрудников школ, лицеев, гимназий состоялось в Могилевском институте развития образования. Тема – условия, этапы и возможности внедрения в массовую практику проекта «Школа будущего» под девизом «Каждой школе свой деловой стиль одежды». Подробнее расскажем в сюжете. Ношение единой школьной формы в Беларуси – норма необязательная. Но придерживаться делового стиля одежды – ежегодная рекомендация Министерства образования. А вот только понятие о дресс-коде у многих родителей и учеников совершенно разное. Экспериментальный совместный проект Минобразования и Беллегпрома «Школа будущего» как раз разработан с целью облегчить выбор школьной одежды и ученикам, и родителям. При этом создать собственный неповторимый имидж учреждениям образования. Причем речь не идет о введении единой для всех школьной формы. Суть проекта заключается в том, что школы совместно с родителями сами решают, что носить, какого цвета и фасона. Организации концерна «Беллегпром», а также частные швейные предприятия, принимающие участие в проекте, обеспечивают достаточный выбор цветовой гаммы, видов ткани, моделей, фасонов. Только к этому учебному году организации концерна разработали более 500 швейных и 300 трикотажных моделей одежды делового стиля. Основной акцент при разработке был сделан на достижение комфорта и практичности. Мы выпускаем в основном то, что мы представили здесь, это же жилеты и жакеты, которые могут быть либо дополнением к основной школьной одежде и индукшвейным изделиям, либо как самостоятельные изделия в качестве школьной формы.
Цветовая гамма, которую мы предлагаем здесь, это самая популярная у наших детей, которая была за 16-й год. Хотя при этом мы можем выпустить все пожелания, которые захотят родители. Как вы можете видеть, у нас очень широкая коллекция, именно очень широкая размерная сетка, где каждому ребенку будет не проблема одеться и найти что-то необходимое для себя. В Могилеве участие в проекте принимала гимназия номер 2. Их выбор пал на школьную одежду Жлобинской швейной фабрики. И, как отметила замдиректора по воспитательной работе Ольга Лысенкова, отзывы детей, родителей и учителей только положительные. У нас снялось огромное количество проблем. То, что деловой стиль одежды уже давно применяется во всех учебных заведениях, это понятно. Но, конечно, интерпретируют многие родители, вы сами это знаете, деловой стиль одежды иногда по-разному. Есть учреждения образования в нашем городе, которые уже довольно давно перешли на единый деловой стиль одежды. К примеру, в Могилевской городской гимназии номер 1 уже несколько лет сотрудничают с брестским предприятием «Панда Kids». И глядя на учеников этого учебного учреждения, понимаешь, сегодня единый стиль школьной одежды – это не только красиво, модно, удобно, это еще и способ создать деловую обстановку на уроках и неповторимый имидж образовательного учреждения. Именно поэтому проект «Школа будущего» будет продолжен. В ближайших планах организаторов привлечь к сотрудничеству большее количество школ и учащихся. Круглый стол с участием представителей Министерства образования и науки Российской Федерации состоялся в зале заседания Совета Белорусско-Российского университета. Анастасия Томышева с подробностями. Перед собравшимися, среди которых были и студенты, и деканы факультетов, выступил директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Интерфизика» Министерства образования и науки Российской Федерации Алексей Ридигер. Тема выступлений затрагивала развитие международного образовательного сотрудничества. Также нам бы хотелось затронуть тему проведения года кино Российской Федерации и рассказать о проектах, значит, которые реализует Минобрнауки. Это 100 лучших фильмов для российских школьников и 100 лекций о российском кино. Республика Беларусь занимает 9-е место по числу обучающихся граждан Российской Федерации. Это почти 2,7% от всех иностранных студентов, которые обучаются в России. И эта цифра увеличивается. Министерство образования двух стран уже реализовали множество проектов, среди которых Олимпиада школьников союзного государства, выставки такие, как «Экспораша Беларусь-2015», Минский бизнес-форум и многое другое. Алексей Ридигер отметил, что Белорусско-Российский университет играет важную роль в образовательном сотрудничестве двух стран, и сотрудничество это нужно постоянно улучшать и развивать. Алексей Ридигер подробно отвечал на все вопросы и предложения, поступающие от слушателей. Практически все обращения касались развития сотрудничества в области образования, и каждый получил обещание о предоставлении посильной помощи в том или ином вопросе, если он находится в компетенции Минобрнауки. Юный взгляд на окружающий мир часто отличается от взрослого. В круговороте жизни дети могут рассмотреть то, что порой многие просто упускают из вида. Они умеют увидеть в обычных вещах прекрасное. Мы расскажем вам, как могилевские школьники с помощью фотографий смогли передать свое видение века, полного новыми идеями и технологиями. Алина Бабурко с подробностями. В многопрофильном центре по работе с детьми и молодежью «Юность» выставлены 70 работ могилевских школьников, которые вызвались поучаствовать в городском конкурсе выставки «21 век. Век прогресса и технологий». Ребятам было предложено передать их видение окружающей среды при помощи фотоаппарата. На удивление организатора, конкурс вызвал большой ажиотаж среди школьников. Мы видим, что дети столько интересного вложили в свои фотографии, необычные, такие креативные получились. Например, вот фотография про узоры Дедушки Мороза. Ее отнесли как раз-таки в номинацию «Профессия 21 века». Среди профессий ребята выделили не только работы Деда Мороза. Такие профессии, как космонавт, учитель и врач, также остаются в приоритете для школьников и в нашем 21 веке. Раскрыть свой потенциал юноши и девушки смогли также и в номинации «Молодежь. Зеркало времени», где школьники передали весь колорит белорусского народа на современный лад. И в последней номинации «Могилев. Город прогресса и инноваций» ребята запечатлели все, по их мнению, инновационные проекты, которые были реализованы за последние годы в Могилеве. К ним они отнесли и реконструкцию Пушкинского моста. Автор назвал работу «Мост в будущее». После проведения выставки юных фотографов будут ждать дипломы, а также возможность представлять свои работы на мероприятиях, посвященных дню рождения Могилева. Лучшие работы, как надеются организаторы конкурса, будут доступны могилевчанам в арт-окне библиотеки Карла Маркса.
На сегодня это все. Уважаемые могилевчане, ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на info@tv2.by. Все выпуски программы «День города» доступны на нашем сайте, в официальной группе ВКонтакте и на канале YouTube. Не оставайтесь равнодушными, любите свой город.